На школьной вечеринке в Челябинском ночном клубе оказался фотограф, который разместил эти кадры в интернете. Сейчас ресурс, на котором снимки появились первыми, уже убрал фотографии, пояснив, что их неправильно поняли. Но уполномоченный по правам детей Павел Астахов успел увидеть в фотосессии повод для серьезного разбирательства с возможными уголовными последствиями. Там есть фотографии, где девочки в откровенных позах, а мальчики хватают девочек за те места, за которые неприлично даже в обществе дотрагиваться. Такого вызова общественной морали, нравственности и вообще соблюдению прав детей давно не было и не встречали никогда. Дети знают, что они должны прийти в купальниках и в майках, да. Дети становятся мокрыми, естественно, то есть они могут каким-то образом там, им станет жарко, они могут снять футболку, мы это не, как бы, не в состоянии всех детей проконтролировать. Это проблема.